Внеочередная сессия – это всегда событие экстраординарное, чрезвычайное и важное, но сегодня это был, наверное, самый стремительный парламентский час за всю историю комитетных дебатов. Хотя, если быть точным, вовсе не час. 4 поправки в 3 федеральных кодекса – налоговый, бюджетный и жилищный – депутаты утвердили едва ли за 15 минут. Без одного – единогласно. Мы эти решения достаточно часто поддерживаем и просто в другой форме. Мы как бы готовим согласие за подписью председателя нашего госсовета и отправляем. А в данном случае, так как вопрос, особенно первый, был важный, мы решили через госсовет пропустить. Первый, по мнению народных избранников, самый важный вопрос – сохранение имущественных и земельных налоговых привилегий для пенсионеров в тех же возрастных рамках, что и прежде. Женщины получат право на льготы в 55 лет, мужчины в 60. Еще один ключевой вопрос – перевод помещений в многоквартирных домах из статуса «жилых» в «нежилые». Если раньше для этого нужно было лишь получить разрешение у местной администрации, то теперь надо будет обхаживать жильцов всего дома. Нормы четко прописаны – согласие половины собственников квартир, включая 2/3 владельцев жилья в подъезде. Похоже, для кафе и клубов на цокольных этажах теперь наступают трудные времена. Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал «Юрганс», Сыктывкар.